иначе сегодня будет все сложнее. И, кстати, я узнал того кота, помню, как мы с ним ебались. Ладно, это шутка, но кастрация — это не шутка. Я собираю кастрировать тебя и хейтеров Беллы. И еще хочу сказать, что к тебе скоро придет негр Виталий. Не спрашивай, кто это такой, ведь я сам не знаю его. Ну а что знаю, это то, что они становятся агрессивнее. Так что делай свои дела быстрее и следи за ними. Хотя вряд ли ты выживешь, ведь я все равно выебу тебя. Ой, ладно, короче, ты будешь как Том Официал ходить без списки. Кстати, насчет Тома Официала, я снял про него видео и выложил на YouTube. Это стоило мне камеры, ведь этот придурок сломал мне камеру, но через некоторое время ублюдки из YouTube забанили мое видео, и я кинул несколько бомб в офис YouTube. Это было охуенно, но только жаль, что теперь я не смогу снимать видео. Так, стоп, ты гачер? Я ем гачеров на сладкое, и, кстати, я украду твой телефон. Кстати, как тебе мой монолог? Я сделал его в приложении. Hello, I want to tell you that Talking Bella is over and you are fucked up. Please don't move, because now there will be a chick on the Fanatic. Oh no.